Шашки в каруселях, шашки по району. Ее бывшая калачивает ее пороги. Она типа не такая, строит недотрогу. Ты куда, парень, пальчики прочь, тебя нельзя потрогать. В тачке из салона слышу новый рингтон. Эта девочка не знает еще, кто пока он. Они едут по проспекту и на всю регетон. Я милая, знакомься, 5-2 регион. Культурная снаружи, но в душе притон. Те твои манеры, парень, это дурной тон. Все подкаты для нее дешевый понт. Она знает в этом толк, но он пока только по щекам стекает подводка. Говоришь всем, что ты однолюб, но я таких, как ты, зверсту учую. Чую, что дальше на писке пополняешь свои подписки. Папа был ведь прав, на твой счет поиграл и дальше пошел. Он прячет от меня смс-ки, ночами странные поездки. С ним бесполезно вступать в диалог. Типа он был занят, типа он не смог. Если накосячил, он тут точно ни при чем. Если паришься, то паришься, ты точно ни о чем. Для него нет проблем, ведь он всегда на фарше. Он любит девочек искать себе постарше. Он предлагает пополам счет. Похоже, я попала, вот черт. Будет новая история в подкастах о моих неудавшихся с тобой в свидании. Подругам очень нравится смотреть наш сериал, но там концовка точно тянет на провал. Еще немного и приблизится финал. Но ты заранее все знал. Но вот пока только по щекам стекает подводка. Говори всем, что ты однолюб, но я таких, как ты, заверсту учую. Чую, что дальше на вписке пополняешь свои подписки. Папа был ведь прав, на твой счет поиграл и дальше пошел.